До самых важных стартов этого сезона в дисциплине фристайл остаются уже не дни, время пошло на часы. Уже завтра, 1 апреля в 10:30 начинается официальная тренировка акробатов в рамках Кубка России. И впереди еще 6 соревновательных дней. Известие о том, что старты вновь спустя 8 лет переносятся в часовой, не стало неожиданностью для огоньковцев. Коллектив спортшколы как будто чувствовал, что этот сезон будет весьма насыщен победами. Оттого всего за несколько дней была проделана колоссальная работа. И вот за сутки до начала Кубка России можно хоть немного расслабиться и спокойно вздохнуть. Ведь на сегодняшний день почти все готово к проведению. На сегодняшний день готовность у нас составляет по склону акробатики 100%. Значит, в данный момент идут официальная тренировка акробатов. Что касается склона Могула, то он готов на 95%, практически склон готов полностью. Единственное, осталось выставить флажки, то есть сетки безопасности, повешать аббревиатуру чемпионата России на трамплины, вот, и выставить хронометраж. А скажите, вообще пришлось много переделать ради этих соревнований? Полностью пришлось, значит, нам сравнять склон Могула, то есть, потому что в результате тех соревнований и тех тренировок, которые у нас тут проходили, вы знаете, что у нас сборная команда Российской Федерации молодежная проводила здесь учебно-тренировочные сборы. Поэтому, как только они уехали от нас, мы начали подготовку. Что касается склона акробатики, то здесь нам пришлось включить снижение, потому что количество снега, которое было здесь, его было недостаточно. Ну, слава богу, погода нам позволила это сделать. И мы полностью построили 3 новых трамплина, то есть под чемпионат России. Потому что те старые, которые были построены на этапе Кубка России, они уже подтаяли. То есть они уже, значит, не имели тех характеристик, которые должны иметь. И на сегодня, в принципе, склон полностью готов к приему этих стартов. Хорошо, скажите, ну вот такой случай, да, что где-то снег растаял, а у нас его много. Но скажите, это мы не упустим свой момент, напомним, что часовой центр зимних видов спорта? Нет, конечно, мы когда принимали решение, когда к нас спросили о том, готовы ли мы принять, мы взвешенно подошли к этому, то есть не упадем ли мы в грязь лицом, то есть, конечно, мы все подготовили вовремя, то есть все подготовили качественно. Вот сейчас я только что общался с техническим делегатом данных соревнований, он полностью удовлетворен, то есть тем уровнем подготовки, который сегодня у нас был. В нашем случае чемпионата не было давно, я думаю, что часовляне соскучились, да не только часовляне, большой интерес, знаю, что и из Кунгура звонят, и из Перми собираются приехать автобусами, поэтому думаю, что успех и, скажем так, интерес будет обеспечен. Но получается, что соревнования начались уже сегодня, потому что тренировки уже идут? Да, вот официальная тренировка – это уже соревновательный этап, потому что и в графике он уже стоит, даже со вчерашнего дня, то есть день заезда команд, хотя многие команды заехали и раньше, вот, но сегодня, 31 число, это официальная тренировка у акробатов, которая уже судится судьями, и они отслеживают и смотрят, и могут, в принципе, не допустить спортсмена до квалификационных соревнований. Ну и последний вопрос. Сколько часовлян будет на соревнованиях? Ну, мы рассчитываем, что наша заявка будет максимальная. Сегодня тренеры соберутся для утверждения окончательного состава спортсменов, но максимальная квота – это 16 мужчин и 16 женщин. Прогнозируем результат наших спортсменов, потому что все равно это знакомый склон, то есть на котором они постоянно тренируются. Я думаю, что и результаты они должны показать высокие. Ну и без сомнения, что Александр Смышляев, наш, значит, земляк, который сегодня рад тому, что чемпионат проходит в родном городе. Понятно, что это на него возлагает какую-то такую и, может быть, нагрузку там дополнительную, ответственность. Но я думаю, что он спортсмен высокого уровня, то есть и на эти детали он внимания не обращает, ну и покажет, наверное, свой лучший, максимальный результат на этих соревнованиях. Ну а зрителям, конечно, насладиться его прокатом. Думаю, что вот человек, который на сегодняшний день имеет рейтинг номер 2 в мире, да, то есть это, ну, не каждый сегодня может вообще это позволено увидеть, вот, а часовлянам это возможно увидеть, в принципе, без проблем. Нужно только приехать, вот, и поболеть и посмотреть эти соревнования. Спортсмены из Москвы, Петербурга, Томска, Мурманска, Сочи, Ярославля и Красноярска уже оценили чусовские красоты, открывающиеся со склонов Арениной горы. Отметили и подготовку к данным соревнованиям. Чусовская трасса – это самая лучшая в России. И весь комплекс самый лучший в России. Потому что он принадлежит специализированная детско-юношеская спортивная школа. Везде, даже в Красноярске, в общем-то, неплохое. Центр там неплохие, тоже есть фристайлисты. Но мы все это арендуем. У нас
это, как говорится, не школьное сооружение спортивное. Поэтому трасса соответствует всем международным стандартам. Самые большие конкуренты местные. Хотя команда молодая, но очень перспективная местная. Конечно, есть и из Кировска сборники, есть в Москве сборники, в Санкт-Петербурге молодой. Есть такой Павленко Алексей, запомнить надо его. Вот, чемпион мира сейчас по юниорам. Ваш Махнев Андрей, тоже бронзовый призер. Вот сейчас серебряный призер. Это Ануфриев Егор из Москвы. Ну, конкуренция большая. Теперь осталось только наблюдать, верить и держать кулачки за наших спортсменов. Ведь все, что касается подготовки трассы к чемпионату и кубку, то здесь беспокоиться не о чем. Все на должном уровне. Теперь эстафету в свои руки берут наши могулисты, которым мы, несомненно, желаем удачи. Открытый! Мария Палькина, Александр Коробейников, Анатолий Журавлев. Информационная программа «Четверть часа».